Ну а мы начинаем это прегейм-шоу. Евгений Седых и тренер нашей команды Антон Юдин. Антон, спасибо Добрый большое, вечер что всем. Пришел. Первый самый главный вопрос. Что с Иваном Уховым? Напомню, в прошлом матче, к сожалению, Иван подвернул голеностоп, да так сильно, что не смог вообще сам даже покинуть площадку без помощи врачей. Что с ним? Каково его состояние? Ну, он надорвал связки. Слава богу, перелома нет. Но, к сожалению, эту серию он закончил. Так быстро восстановиться до окончания этой серии он не сможет. Надеемся, что может помочь для сборной России, да? Надеюсь, очень. Ну, по предварительным оценкам 3-4 недели. Так что, я думаю, к сборной должен быть готов. Прямо сейчас Сергей Николаевич Тараканов, олимпийский чемпион. Добрый Здрасте. Вечер, Сергей Николаевич. Здрасте. Добрый. Как самочувствие? Отлично. Боевой настрой? Я люблю лето, я люблю хорошую погоду, я люблю финалы, я люблю ЦСКА. Да, Тараканов забивал свой первый данк, спрашивают. Во сколько лет? О, сколько вам было? 16. 16. Помните, да, когда это было? Ой, хорошо помню, как это было. Люди приходили в Сибири смотреть на наши соревнования. Из Красноярска, Сергей Николаевич. А я был такой король, забивал. Причем этот, как он называется? За спину. За спину когда. Дверку. Это мой любимый был. Эффектно. Эффектно. О, девчонки прям. Скорее всего, сегодня у меня последняя возможность в этом сезоне 2018-2019 испытать свою удачу и забросить в это кольцо мяч. Дайте, пожалуйста, мячишко на одну. Я пропал, но ненадолго, друзья. И вот этот главный бросок. Как обычно, как и весь сезон, ни разу не попадаем. Спасибо, Макс, огромное. А у нас тут в студии Никита Загдай, создатель и автор самого долгоиграющего баскетбольного журнала «Вид сверху». Никита Загдай. Спасибо за приглашение. Женя, я знаю, что здесь формат такой, что ты задаешь вопросы. Но у меня встречный вопрос. Прямо сейчас финальная серия, 1-0. Да. И вот у меня в руках аккредитация, сезонная аккредитация на домашний матч ЦСКА. Вот скажи мне, пожалуйста, она мне еще пригодится в этом сезоне или уже нет? Нужно выиграть 3 матча, то есть 2 игры здесь в УСК, ЦСКА, 2 игры в Химках. 5-я игра, возможно, будет здесь в ЦСКА. Но что-то мне подсказывает, что все будет закончено в Химках. Ну, оставь себе как трофей, это же прекрасная победная аккредитация. Sold out в фан-шопе ЦСКА. Ничего не осталось, вот ничего. То есть пока мы с тобой здесь, там все купили? Там все не только купили, там разодрали и такие... Опять мы опоздали. И такие стоят, значит, продавцы, у них разорваны майки, и они стоят и не понимают, что произошло. Как много вопросов приходит, прям приятно. Пишут, в Беверли Хиллз смотрят нас. Вот так вот. Приятно. А вот это уровень, друзья мои, смотрите. Приятно, что смотрят не только тебя, но и меня тоже в Беверли Хиллз. Спасибо тебе огромное. Взаимно. Все, друзья мои, Андрей Воронцевич готовится к хорошей игре. Как всегда. Давай, Сталик. Все, удачи, парни, в Химке. Приезжаем в понедельник и там заканчиваем серию. Надеемся, сегодня ничто не мешает ЦСКА выиграть. Евгений Седых, Никита Загдай, Андрей Воронцевич. ЦСКА Баскет, три гейм-шоу. Всем счастливы, друзья мои. Пока!